И всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу все сливы нового обновления в Pet Simulator X. Как можете заметить, ребят, у нас появился таймер на спавне, и здесь у нас написано Christmas Event Update, то есть это у нас новогоднее обновление, будет через 7 дней, то есть в субботу, ребят, в следующую субботу у нас будет новенькое обновление, ребят. И как вы можете заметить по названию, у нас будет новогодний ивент, ребят. Помните, у нас раньше был хэллоуинский ивент, там где мы открывали яйца, нам добавили новые локацию и много новых пэтов. Я думаю, так же самое будет и с этим ивентом. Добавят первым делом новую локацию, вот такую вот, ребят. Вот сейчас мы сейчас телепортируемся. Смотрите, я думаю, во-первых, добавят вот эту новую локацию. И здесь она будет новогодняя, либо же какая-то... Не знаю, правда. Может, ее и не добавлять. Честно, я не знаю пока что, а. И еще, ребят, я думаю, что на спауне у нас вот здесь, там где шоп, добавят новую пушку. Ну, помните, когда у нас был хэллоуинский ивент, там добавлялась здесь пушку стояла и выстреливала нас прямо в хэллоуинскую локацию. Я думаю, у нас будет сейчас так же самое. И добавят нам какие-то конфетки за месть... А хотя нет, конфетки были на хэллоуинский ивент. Либо же леденцы какие-то добавят новогодние, либо же что-то еще. Ну, мы это все, ребятки, посмотрим. Ну и, ребят, перед началом всех сливов я бы хотел разыграть для вас вот такого вот пэта. Это у нас Galaxy Fox на Glittery, TechCon 2 и Gifts 2, ребят. И чтобы получить этого питомца, вы должны поставить лайк, подписаться на мой канал и написать любой комментарий, но, ребят, без своего ники. Да, я увожу новые правила, просто напишите любой комментарий. Там видео топ, либо же можете задать мне какой-то вопросик. Я постараюсь на все, конечно же, для вас, ребят, ответить без своего ника. И не нужно спамить, ребят, не нужно устраивать зоопарк в комментариях. Если вы действительно хотите меня поддержать и поучаствовать в конкурсе, то лайк, подписка на стрим и комментарии, ребят. Победителя я покажу во вкладке сообщества, и будут итоги на 100 лайков, ребят. Как только мы набираем 100 лайков, у нас будут итоги в вкладке сообщества. И, ребят, прямо сейчас мы перешли в Твиттер. Только почему у меня Твиттер черный, я этого не знаю. Но суть есть в том, что у нас это Твиттер, ребят. И здесь у нас будут сейчас сливы по Pet Simulator X. Давайте мы просто сюда напишем в поисковик. Вот, Pet Simulator X, это у нас сливы. Смотрим. И здесь у нас должны быть новые питомцы, ребят. И вот они, вы просто на это посмотрите, ребят. Первым делом у нас здесь вот такие вот два питомца. Это у нас Санты, вот такие. Вот. И я больше всего думаю, что это и будет у нас новый мифик, ребят. Вот это, ну, знаете, не, хотя, возможно, он не будет мификом, потому что он выглядит как-то, ну, странно как-то. Ну, типа, не круто, знаете, все мифики, они прям как-то круто, классно выглядят. Ну, возможно, ему просто эффекты там крутые добавят, и он будет реально классно выглядеть, ребят. Но вот это у нас Санта. Дальше, сейчас вам еще кое-что показываю, ребят. Это у нас Xmas Sky and Show Парктик. Это у нас... Что у нас это такое? Это у нас просто новые эффекты добавили, вот и все. Вот так у нас все будет выглядеть, и все. Да, это, наверное, самый интересный слив за сегодня, да? Хорошо, ребят, теперь давайте я вам покажу новых пэтов. Добавят два яйца, ребят, и вот пэты из первого яйца. Вы только на это посмотрите. Первое у нас, это вот такие вот мыши с печеньками. У нас такие олени есть. У нас такой олень. Вот такой вот, я не знаю, это олень тоже? Или лось? Не, это лось, а это олень, да. Возможно, так. Это у нас птичка какая-то. Здесь у нас вот такой вот гоблин. Или кто это у нас? Ну, гоблин, не знаю. Пусть так будет, да. А здесь у нас вот такой вот... Кстати, это очень сильно похоже на, знаете, вот того электрического волка, который у нас был за 5000 гемасиков. Точнее, за 5000 робоксов. Ну, я думаю, вы поняли. Если что, найду, прикреплю скриншот. И вот этот самый у нас Дед Мороз, да. Это у нас Маус Куки. Это у нас Рудольф. Да, я вот сейчас прочитал, его зовут этого вот оленя. Рудольф его зовут, понимаете, ребят? Это прям нормально. А, это эльф. Это эльф, а не гоблин. Ладно, бывает. И вот, ребят, сейчас я вам хочу показать со второго яйца питомцев. Бам! Вот эти питомцы. Ну, здесь нету мифика. Вот прям 100% здесь нету мифика, потому что... Ну, нету, здесь никто не тянет на мифика, как видите. Здесь просто у нас вот агония, которая шапочкой. Дракон с шапочкой, собачка, котик. И вот, как вы видите, здесь они, ну, какие-то такие, такие себе. Я считаю, что эти пэты... Ну, вот эти пэты, вот эти, они намного круче, чем вот эти. Видите, они прям лучше, они, можно так сказать, ребят.
Вот еще у нас здесь такое изображение, вот у нас Santa Cat, то есть кот просто в новогодней шапочке, и будет он там на пару миллиардов, наверное, силы, либо же, я не знаю, либо это вообще будет в магазине эксклюзивка, без понятия, ребят, но вот такие вот у нас коты есть, и это довольно-таки хорошо. Ну вот пока что и все, мои дорогие друзья, вот и все сливы, которые у нас есть по поводу нового. Но вы не расстраивайтесь, что так мало всего добавили, ведь это только первый день сливов, а у нас, чтобы, если вы не знаете, до обновления, еще целых 7 дней, ребят. И за эти 7 дней может добавиться много всего интересного. И чтобы не пропускать мои новенькие видосики, то, ребят, с вас лайк, подписка на канал и прожимайте колокольчик обязательно. Ну на этом все, ребят, с вами был я, Влад, всем спасибо за просмотр, всем удачки и всем пока!